Всем привет! Собрались мы ехать в поликлинику и за посылкой. Куда-то солнышко сбежало. Было такое хорошее солнышко, а сейчас что-то тучки набежали. Ключик мне дай и тряпочка есть одна? Сюда ты не брала? Нет. Все, туда кинула? Да. Дай салфетку. Какую? Влажную. Спасибо. Знаете, ключики. Ну что, план действий? Походу на, так сказать, на мойку, на заправку. А ты не охренела? Не, вкусно. А персик она не захотела? Ну, персик это персик, а орешки это орешки. Мы успеем кругом? Или мы сначала заедем в поликлинику, а потом поедем за посылкой? Mm-mm. Почему? Сейчас за посылкой. Тебе сказали не раньше. Это растяжимое понятие. Да, гор стал лучше крутиться. Да? Mm-hmm. Пиздец. Кирпичик? А чем я открою? Включай. По-хорошему, с одной стороны, с какой-то его открыть. А да. Смысл с одной стороны открывать? Не, мне кажется, не открою. Не пожалели упаковки. Дек. Все, типа, что нужно. Да, вот она тут. Ну, еще взял обычный нож и быстрее будет, скорее всего. Так, мне нужно вот сюда добраться. Она, конечно, страшная. Даже прокладку не снимали. Так опасно со своим этим ножом с открытым. Руками машешь. Ты меня переживаешь? Конечно. Ничего себе. Вдруг ты сейчас нечаянно. Мнешь потом, тебе раны перематывают. Ну, будешь меня лечить? Угу. Потом интересно. Свет включи. Не видно. Буква F, да. Оно? Ну, по идее, да. Вот то, что они сказали, дефект. Сюда, по идее, тросик наматывается. Я думаю, главное, чтобы была начинка рабочая. Ну, вроде F-ка, вроде то, что нужно. В общем, окей. Ну, окей. А то я думал, вообще кирпич пришел. А то деньги вперед платить вообще не люблю. Да, сейчас надо еще разбираться с СДЭК, с этим. С балгазом. Чикак его. Да. Приехала я домой с поликлиники, заехали мы на работу. Завтра я буду сейчас работать, послезавтра с двух. И с субботы уже по нормальному графику. Больничный, я даже и не знаю вообще. Что у меня с ним? Завтра, походу, придется, когда пойду сдавать анализы, еще зайти и узнать, что и как. Потому что мне говорят, там с какого-то числа должно у тебя быть прописано. Мне это просто врач сказал. А мне врач сказал, типа, придешь в понедельник, мы тебе его закроем, типа, все напишем.
вопрос, от какого числа? Открыли ли мне этот больничный и вообще? Может, я просто так называется, а вообще на уши всем вешала, что я на больничном. Тут попробую еще докажи теперь. Короче, дурдом, не знаю. Ненавижу я это вот поликлиники, у них постоянно непонятно что творится. Меня заколебала колонка. Она сейчас пытается зажечь, при том, что вода отключена что в ванной, что на кухне, но она постоянно делает щелчки эти. Я уже и включала, и выключала, не знаю, короче, что с ней делать. Колонку без понятия, выслали мне или не выслали, потому что трек номера я до сих пор не увидела. Сейчас буду еще, скорее всего, звонить, писать, не знаю, что я буду делать опять с этим болтгазом. Просто они меня начали выбешивать. Мы уже почти 2 недели ждем, когда нам вышлют колонку. Короче, не знаю. Вот опять же, я писала, типа, как мне узнать номер накладной? Мне говорят, номер заказа. Какой номер заказа? Вы мне позвонили и сами там что-то оформили. Я не знаю, сейчас буду звонить. Просто выбесили. Вот реально они меня выбесили уже. Просто нету сил. Слава богу, дождались. Сейчас поедем за колонкой. Я, конечно, поназванивала, понаписывала, куда только можно, чтобы узнать номер трека. Ну вот, мне позвонили, сказали. Уже прибыло. Хотя от Зека вообще никакой информации. На сайте проверила. Написано, что готов к выдаче. Ну, сейчас поедем. Они до 6 работают. У нас есть 1.5 часа, чтобы узнать. А что такое? Как закрывать? Открываться? Блин, если я не знаю. У меня был телефон. Зачем мне спрашивать, если мне было проще телефона? Понесся, понесся. Вроде как ты танцуешь. Дотащили колонку. Вот, слава богу, у нас будет теперь нормально включаться все. Вот теперь осталось кран купить. Тут же свет. Что ночью открывается? Не знаю. А ну, может быть она... Это теплом бы вырвалось. А может я на лежа? Думаешь? Не знаю. Я бы лежа. Вот он этот, скажи мне. По бокам щук-щук и щук. Видишь, какой острый нож? Я тебе за него и говорю. Когда он на тех, оно сюда разрезает. Я тебе вообще говорю, что он острый. Накладная ж нужна? Пока. Ну, пока будет. Пригодится. Тень дает только. Вот такая вот. Вот мне это ни о чем не говорит, вот такая вот. А ну вот тут? Одна крутилка, дисплей, температура показывается на дисплее. Ты вот, типа восстанавливаешь температуру, да. И все? Да. И ничего больше не. И пошло, поехало. Ни напор воды, ничего там подключилось. Ну не нормально, плана. Нормально. Типа должна все сама. Ну типа. Типа, вот тут какие-то еще бумажки. А, это накладная этот. Это руководство. Вот накладная, товарный чек. Ну вот это чек, это надо обязательно сохранить. Сейчас документы мы кладем. Туда труба, да? Это у нас вместе с колонкой, значит, остается. Ну а как по-другому-то? Ты ее не достанешь просто так. Так, а как ее ухватить? Там надо с двух сторон. Скорее всего, хватает. Все, пускай. Отпускай. Развороти. Ни хрена себе, что тут у нас?
трубочки, гаечки. Вот такая колоночка. Колоночка, ой-ё. Да. Из-за вот этого вот, зележачку. А если сегодня набрать, допустим, кого там, кто там устанавливает? А я не знаю. Ну поищи, посмотри, еще 6 часов нету. Может кто-то есть. Это телефон у тебя? Алло, здравствуйте. Вы занимаетесь установкой колонок? А сегодня получится? Это придумал 0,3 ГШ. Вот он, наверное, 0,4, 0,3 ГШ. Вот он. Ну да, это он. Нет, ну, две штуки. Пошли посмотрим краны. То, что я тебе показывала. А, да? Да. Это вот один. Это сюда типа как-то там смотрели китайские. Ну, нифига себе. 200. Кстати, прикольно. Это с очищенной водой, по-моему, включаешь сюда вот очищенную воду. Ну, их видно, он прикольный. Ну, нам хромированный нужен. Я просто говорю, что видно. Это похоже керамического рака. Или как он называется? Приехали мы со стройлона. Купили две трубки, которые нас попросили, чтобы установить газовую колонку. Сейчас как раз придет установщик. Вот. Купили вот такую штучку. Она подвешивается. Вот так. И как-то она цепляется уже. И вешается на трубу. Короче, надо разобраться, как ее получше прицепить сюда. Что-то у меня, кажется, руки из одного места. Ну ладно, прикольная штучка, как раз для губок. Можно губки положить, и нормально будет. Вот, и купили мы кран. Я говорила, что мы хотим купить кран. Вот мы купили недорогой. Тоже трубки, всякая штучка. Прикольный пакетик для крана. В него можно что-то положить будет потом. Как всегда, найдется приспособление. Вот. И вот такой вот кран с переключателем. Вот видно. Просто струя переключаешь и льется душа. Я хотела такой. Ну вот, получила. Потому что колонку сейчас поменяю. И надо будет там все выдраить от того, что она капала. Вот. И как раз кран поставим, будет самое то. Тут колонка посреди кухни. Вас вот покажу уже напоследок. Висела вот здесь бутылка, она уже вся ржала. Это просто позор, я не знаю какой. Тут, извините, просто мне нет слов. Я постоянно с этим боролась, но все капает сейчас. Сняли ее, так она вообще, она вся выгнила, непонятно что. Она постоянно здесь брызги все, постоянно это влага. И сами понимаете, просто безумие какое-то. Это теперь можно спокойно все будет помыть. Все будет замечательно. Вот кран рассыпающийся. Уже вообще страх и ужас. Называется свеклу. Не хотелось ничего делать. Но ну ничего тоже. Вон даже здесь трубка вся посыпалась, боже. Какой позор. Взяли наконец-то в свои руки это все. Чтоб
привести кухню в порядок, потому что я нахожусь на этой кухне, и так как свёкор уже планирует в ближайшем будущем съехать на дачу, в свой дом, ну, решила, что надо потихонечку обновлять, потому что потом будет это все намного тяжелее. Ну, пока мы сейчас и колонку купили напополам. Вот. Сейчас должны прийти как раз еще колонку установить. А еще прикол в том, что колонка чуть-чуть шире, не знаю. Вот. И должны колонку установить. И мы потом поставим кран, и я буду наслаждаться. Моя мечта сбылась, называется идиота. А ее, получается, можно чистить, да? Ну, не то, чтобы чистить, но прогоняешь между этими самыми. Не, я в том плане, что ревизию колонки, допустим, да? Там раз в год. Да. Так, а в комплекте с ними шли какие-нибудь пакетик там с креплениями? Mm-mm. Вообще ничего не шло. Получается, нет. То все, что было. Все, я понял. Инструкция. Ну, я могу сказать, что, скорее всего, шло просто. Ребята, кто отправлял. Сюда. А может, в ней будет где-нибудь внутри? Нет? Не знаю. Она просто плотненько лежала. Наливатель, руководство, упаковка, комплект крепления. Угу. Прокладки 3 штуки. Может, там внутри? Но прокладки могут быть вот здесь накручены. Непосредственно на каждом своя быть. Здесь нет. Здесь нет. Уже не будет. Да. Ну ладно, кстати, сетки тебе надо будет снять. Да, почему? Она забивается в первый же день. Ну, да, с нашей водой. На... Завтра же идет звонок и... Ставишь грубый фильтр, он в первый же день уже выжжет. Да. Так, сейчас. Грузовщики? Угу. Делали ревизию, сказали, что у вас типа колонку надо менять срочно. Срочно. Посоветовали Ниву. Типа на нее всегда есть запчасти, все такое. А на эту запчасти типа не найдешь. Поэтому срочно, да? Интересный подход. Это было 2 года назад. Дело не 2 года назад. Им просто сам факт. Им надо, чтобы стояло то, на чем они могут заработать. Все. 100% то, что надо. Хорошо, надо дотянуть. А, ну, видимо, за колонку крепилось, поэтому. Можно, да. Так, нам нужно в первую очередь. Нам надо. Там это типа можно будет потом переделать сами трубки пластиковые, чтобы сразу из. Вот моющая. Снимающая. Мне надо, чтобы она пенилась хорошо. Ну ладно, будет трубку вот эту. Какую? Вот и желтый, вот эту. Так. Вот там концентрат. Концентрат? Ну, здесь разведено. А. В общем, спасибо, что смотрели. Ставьте пальчики вверх. Всем пока-пока.